Праздничная программа завлекала на площадь перед Дворцом культуры юбилейный жарким вокалом и мелодраматичным настроем. День студента отметили в микрорайоне Лопатинский. Поздравляли Татьяны, вспоминали о годах студенчества. К слову, больше других танцевали представители старшего поколения. Я на стройке всю жизнь, я не училась. Я 17 лет приехал на стройку и 30 с лишним лет. Даже в училище не учились? Не, в бригаде учились. Не нужно это образование или нужно? Ну, вообще-то нужно. Но вам не понадобилось? Ну, нам нет. Сейчас тяжело молодежи, да. Пусть учатся. А Вера Алексеевна училась в Петербурге. Для нее, как и для нашей предыдущей героини, День студента – праздник далекой юности. Да и был ли он тогда для них, девчонок и мальчишек, разрушенного Ленинграда, праздником? Близость другой даты, памятной даты снятия блокады Ленинграда, и ближе, и значительнее для Веры Алексеевны, чем День студента. Просто не хочу вспоминать, потому что тяжело было. Трудное время было. Ну, конечно. Не до студенческих дней, не до радости. Воистину. Послевоенное время было? Ну да. А тем, кому тяготы послевоенного времени к их радости неизвестны, оставалось лишь радоваться и наслаждаться мирным небом, зачетом по сопромату и студенчеством как явлением. Даже Жучка в этот день хотела порезвиться со всеми остальными. Все вы по сути, как ни крути. Александр Иванов, Дмитрий Волнов, новости «Искровект».